Со 2 августа в 5 регионах страны ужесточены карантинные меры. То есть полностью будет приостановлена работа предприятий и объектов, где нет мобильного приложения Ашык. Так как за последний месяц эпидситуация резко ухудшилась. Какие еще изменения введены? Подробнее в видеоматериале. Обострилась эпидситуация в стране. За минувшие сутки вирус поразил 445 человек. В клиниках не хватает койко-мест для больных. Особенно увеличилось количество случаев инфицирования среди беременных женщин. За последние 10 дней в инфекционных стационарах количество больных выросло на 24%. Тревожная ситуация. Статистика по районам также не радует. В прошлом году самый высокий показатель был зафиксирован в июле месяце – 5867 случаев. А в июле текущего года зарегистрировано 9445 случаев. В связи с ростом заболеваемости из резерва по области задействовано 934 инфекционных койко-мест. Общее количество инфекционных коек по области составляет 3012. С начала пандемии в регионе было проведено 1 398 000 ПЦР-тестов. В регионе продолжается вакцинация. На сегодняшний день осуществлены поставки 151 200 доз первого компонента и 128 200 доз второго компонента. Согласно новому постановлению, будет полностью приостановлена работа учреждений и крупных торговых центров, где нет мобильного приложения Ашык. Мало кто получил вакцину против COVID. На сегодняшний день более 3000 предприятий по Тараускому региону используют мобильное приложение Ашык. Кроме того, были внесены некоторые изменения и для определения статуса посетителей. Зеленый статус присваивается тем людям, у которых отрицательный результат ПЦР-теста. Лица, которые получили первый компонент вакцины, в течение 21 дня будут тоже иметь зеленый статус. Если дальше не был получен второй компонент вакцины, то зеленый статус переходит в синий. В целом всего по области в тех объектах, где установлено приложение Ашык, было выявлено 57 посетителей с красным статусом и 222 с желтым статусом. За нарушение режима самоизоляции были составлены протоколы на 23 физических лица. На каждое лицо наложен штраф в размере 43 755 тенге. В отношении 222 лиц с желтым статусом за нарушение режима самоизоляции вынесено постановление главного государственного санитарного врача Тарауской области о необходимости соблюдения требований изоляции, о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий. Причиной обострения ситуации является проведение торжеств, юбилеев и свадеб. Даже рейдовые мероприятия не могут воспрепятствовать этому. Так, за последнюю неделю члены мониторинговой группы выявили более 200 нарушений и привлекли к ответственности нарушителей карантинных ограничений. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции во всех организациях, учреждениях, подведомственных акимату города, была установлена программа Ашык. Кроме того, проводятся дезинфекционные работы во всех внутригородских автобусных маршрутах и на конечных остановках. Призываем жителей вместе бороться с этой инфекцией, запретить проведение свадеб, массовых мероприятий, строго соблюдать требования постановления главного санитарного врача. Эпидситуация по стране пока не стабилизировалась. Единственным способом борьбы с пандемией является вакцинация. Поэтому эпидемиологи призывают население получить прививку, чтобы вернуться к обычной жизни. Айрат Кунжулдузай, Беггалым Жанар Сагынышкызы, телеканал Атырау.